Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Как ты видишь, я поменял скин нашему Рику. Теперь он у меня вот такой крутыш. И как ты видишь, у меня в команде есть новые бойцы. Да, буквально вчера за кадром я решил пофармить новых Морти. И в принципе у меня получилось. Но единственное, что мне они не нравятся, потому что я их протестил. Слабачки они, короче. Поэтому я думаю, что если нам все-таки поменять на моих стареньких. Да, пускай у них уровень будет, конечно, поменьше, но я уже, наверное, просто к ним привык, и как-то у меня лучше с ними получается справляться. Ну что это такое, а? Циклоп расстраивает меня, этот тоже расстраивает, и этот расстраивает. А этого я только получил, поэтому я даже еще не успел тестить. Кстати, его я, наверное, оставлю. Все-таки 44 уровень на дороге не валяется. А вот насчет циклопа и Аквамурти, наверное, все-таки придется заменить. Так, циклоп, ножницы, экзотика. Я их поставил только лишь из-за того, что они экзотические, но они почему-то себя не оправдали. Вот, кстати, я поймал недавно Морти горный гид. Птичий Морти был мной пойман. Банан Морти, я не помню, видели, не видели. Я думал, что птичий Морти можно соединить, но оказывается нет. Санту Морти я поймал. Щупальцевый Морти был пойман мной. Плюс Морти Металлофон. Хабатуна я поймал. Так, ну остальных вроде бы вы видели всех, да? По-моему, да. Ничего новенького больше здесь пока нету. Так вот, к чему я? А я к тому, что, наверное, нам все-таки надо будет поменять. Или же сделаем, знаешь как, пробную заходочку. Так, все-таки ножницы, посмотрим. 35 уровень, блин, может быть. Давай я, наверное, циклопа все-таки уберу отсюда и возьму вот этого. Не знаю, на что способен байкер Морти. Вот он у меня есть, 44 уровня. Аква Морти, бумага. У нас есть что-нибудь? Морти тест, кстати, его я не брал. Может быть, его все-таки возьмем? Так, давай-ка удалим. Морти тест возьмем. Я его не пробовал, поэтому без понятия, что он делает. Байкер Морти. Ну что, поехали. Вот такой компании будем сейчас пытаться победить члена совета. Иду, чисто говоря, новичками. И стареньких только у меня Морти с тройным хоботом. Так, где у нас? Вот здесь, по-моему. Ну, что-то мне подсказывает, сейчас нам тут всыпят. Подожди секунду, кстати. Надо посмотреть, во-первых, сколько у нас хилок. Так, большая сыворотка одна. Маленьких у нас с тобой 4. Сенсационных 2. И чистая сыворотка одна. И, я так понимаю, денег у нас с тобой тоже кукиш. Угу. Всего лишь 21 шмекль. Ну что же, идем на свой страх и риск. Так, ладно, все, побубнил и хватит. Так, русалка Морти первый, кто появляется. И нам придется сразу делать замену на пилигрима. Или давай на тест Морти. Проверим его. Протестим, так сказать. Так, а он 35 уровня. Так, безнадежно говорит. Так, а что у нас есть? Липкость. Сила 78, точность 95. О, сила 105, точность 95. Ну-ка попробуем мутацию сделать. Сразу поменял, гаденыш, ты посмотри. Взял ножницы робота Морти, да? Тогда я возьму вот байкера, давай проверим, что он сможет сделать. Ну, правда, против экзотики. Даже не знаю, что у нас тут из этого получится. Так, перекати поле, раздача. Что такое раздача? Точность 90, сила 95. Так, сила 112, неплохо. И сила 120, давай резкий выпад. Отлично. Так, его скорость растет. Давай еще разок резкий выпад. Так, он нас пробить не может. Да как так-то? Ну что, добьем мы его, я думаю. Что?
Ай-яй-яй. Еще резкий выпад. Меняет. На Морти в зеленой рубашке. Ну, мы тогда тоже с тобой делаем замену и возьмем ножницы. А ножницы у нас Морти с тремя шнобелями или Экзо-Омегу. По-моему, Омега по уровню будет проигрывать, да? Угу. И по уровню, и по рангу. Так, ну что, сделаем атаку. Внедрение. Твою дивизию. Так, интересно, мы его сможем сейчас пробить через сияние? Пробить должны. Есть. Минус один. 405 опыта. Так. Кого он сейчас подкинет? Русала опять этого, да? Блин, я не помню, кто русал у нас. Короче, делаем замену. Он наверняка берет камень, 100%. Я возьму, наверное, пилигрима Морти. Отлично, я угадал. 35 уровень против 33-го. А что за лассо? Так, сила 90, точность 95. Давай подъем за трусы. А что так слабо-то? Он делает пение и возрастает у него атака. Тогда мы еще раз сделаем подъем. Ох, ничего себе влупил. Ну-ка еще разок. Должны успеть его, ребята, разбомбить. Так, добиваем. Есть контакт. Так, вернулся робот. Делаем замену. Он ножницы 100% берет, поэтому возвращаем нашего байкера Морти. Угу, добить его надо. Ну что же, резкий выпад. Уводите. Так, я не помню. Какой-то у них... Вот с этим я не смог справиться в прошлый раз, по-моему. Замена. Сейчас он 100% взял бумагу. 100%. Попробуем Морти с тремя шнобелями. Отлично. Так, ну что, проверяем, ребята, нашу теорию. Поехали. Ага. Еще засосик. Так, и еще один. Так, теперь я предметик, наверное, буду использовать все-таки. Вот. А есть ли смысл? Ну ладно, давай применим. Нету, нету смысла. Лучше взять вот это, наверное. Применяем. Опа, он сменил. Борец Морти. Борец Морти, да, значит, он позвал камень. Чем мы будем брать с тобой? Давай попробуем так тогда. 37 уровень, редкий. Так, давку делает. Безнадежно, говорят. Ну-ка. Мутация, да, у нас, по-моему, неплохо идет. Серьезно? Какая, блин, мутация? А что такое перепалка? Ослабление. Защита, так. Сила сильной, хамство. Скорость падает. Как это вообще работает, я не могу понять. Давай попробуем хамство. Так, скорость падает. И все. Все, что мы сделали, это скорость падает. Мутация. Какая-то фигня получается. Бумажка наша тут сфейлилась. Но посмотрим, на что готов пилигрим Морти. Подъем за трусы. Ну, уже получше. Так, атаку мне понизил, да? А мы еще разок. Сразу сменил, да? Так, ну что, ковбой Морти, я думаю, мы тоже с тобой все-таки сейчас уничтожим. Ух, ёк-макарёк, какого лешего, он, прикинь, с удара вынес. У нас, правда, хп было мало. Короче, давай сделаем так. Атака. Ну? Е. Ну что, пускай выходит этот охламон. Продолжаем, продолжаем. Так, поехали.
Ну, что я тебе скажу, сейчас ему будет крышка, по ходу дела. Если главное, чтобы нас не уничтожили. Ну, все. Мы выиграли с тобой этот чемпионат. И еще и уровень получили 46-й. 2000. 5 купонов. Это что такое у нас? Чистый Хелзингер. Мега 7 скорости. Мега 7 защиты. Мега 7 атаки. Коробка мистера Миссикса и приз члена совета. И это ты называешь стилем? Пинать лежачего? Я уже почти готов отдать тебе твою портальную пушку, чтобы больше не иметь с тобой никаких дел. Но это было бы глупо. Возвращайся, когда у тебя будет 42 штуки значков. Свободен. Ах ты, жук ты навозный, а. Так, у тебя достаточно значков, чтобы сразиться со следующим членом совета. В плане, да, откуда? Ага, достаточно. Мне не хватает, ребята, 11. Понимаешь, 11 значков. Но, с другой стороны, это хорошо. Знаешь, почему хорошо? Потому что мы с тобой сможем... Зачем я сюда пришел? Мы с тобой сможем побродить, позахватывать новых Морти, прокачать своих вот этих старых Морти. А так сюжетка у нас закончится, и все, ребята, и закончится игра. Потому что нам с тобой делать здесь уже будет нечего. Ну что, тогда пойдем в новый портал. Так, давай посмотрим, что мы здесь с тобой можем сделать. Угу, Омега-7 увеличение уровня обязательно сделаем. Когда-нибудь, рано или поздно, мы с тобой улучшим яйцо. Так, супермощную батарею могу сделать. Погоди, она нам нужна? А как вот сделать вот этот вот... Ага, понял. Что там нужно? Так, значит, вот это нам надо сделать. И супермощную... Супермощную батарею, по-моему, да? Нет, не батарею. Темный шар вот этот. Продолжить. Кристалл времени. Допустим. Так, кристалл я сделал, что теперь можно? Межпространственный декодер. Позволяет смотреть через глаза другого тебя. Так, а нам не хватает просто батарейки этой. Супермощный. Давай сделаем. Теперь я могу сделать... Ух ты. Вот. Создадим, да? Тут можно сделать, кстати, вот такой вот. Гарнитура виртуальной реальности Роя. Но для этого нам нужен вот такой еще шлем. Шлем повышения IQ. В принципе, тут только лишь батарейка нужна и... И этот тюбик. Давай попробуем, наверное, собрать. Ну что, для начала мы с тобой пойдем в следующее измерение. Угу. В следующее измерение. А у нас с тобой нету, знаешь, чего? И шмекли мы с тобой не получим, да? У нас нету... Хотя, подожди, мы же 2000 получили. Че же это я так туплю-то? Я просто забыл про это. Поэтому купим сейчас с тобой... Этих чипов захвата. Естественно. Чипы захвата. Сколько? 4 штучки возьмем, да? У нас потому что вообще ни одного нету. 2, 3, 4. Все, достаточно. И погнали. Если увидим дубликаты, естественно, ребята, валим их. При уничтожении мы получаем неплохо с тобой шмекли. И плюс ко всему какой-нибудь ингредиент. Так, ну что, травка зеленеет. В общем, тут очень хорошо и красиво. Мне уже нравится. Я уже вижу бегущую здесь. Ну ты понял, да? Блин, иди сюда. Я знаю, что это обычное, но тем не менее, надо брать. Это что, специально сейчас было сделано? Где она? Спряталась, типа, да? Ведь все равно же поймаете. Дура ты непутевая. Кто ты вообще? Морти Саммер. Ну что я тебе скажу, надо брать. Надо брать, потому что ее у нас нету. Трындец, взял. Я в шоке.
Я в шоке от этого Морти с тремя шнобелями. Просто с удара вынес. Переборщили мы, селенки, конечно, с тобой. Переборщили. Ну что, нашли кабель. Пойдем тогда дальше искать. Там, вон, вижу, банк лежит консервный. Без присмотра. Странно. Так, консервную баночку забрали. Так, что у нас тут? Опа, это кто такой? Ух ты! Какой интересный Морти. Морти — человек времени. Слушай, вот я как раз и хочу взять. 33 уровень, довольно неплохо. Так, опять начинаешь, да? Со своим поглощением баловать. Давай я тоже сделаем поглощение. Все, пора захватывать его. Поехали. Есть контакт. Ну что, Морти — человек времени у нас в копилочке. А мы с тобой бегаем, продолжаем смотреть. Эту штуку я сейчас подниму. Я уже приналовчился, как это делать. Это делается вот так. Шмекли. Так, тюбик турбулентности и плутонический камень. Ну что же, тюбик мы с тобой нашли. Консервную банку мы нашли. То есть мы с тобой сможем сделать. А вот этого хламона я сейчас просто пойду и запинаю. Он мне уже не нужен. Поэтому я его просто бомбану. За награду. За награду. И сделает это у меня, пожалуй-ка. Так, подожди. И это сделает у меня байкер Морти. Пускай поднимает себе скилл. Ну что, поехали. Безнадежно, правильно? Правильно, безнадежно. Так, резкий выпад. Шикарно. Время лечит. В принципе, правильные слова. Время лечит. Но только не тебе, парнишка. Тебе это не поможет. Давай, резкий выпад. Блин, мы сейчас добаламся с тобой. С этим резким выпадом, блин. Давай, добивку. Добивку, говорю тебе. Есть контакт. Все, друзья. Да выпендривался, короче, этот 510 шмекли и консервная банка. Я считаю, что неплохо. Награда неплохая, ребят. Так, ну что, давай побродим, посмотрим, кто здесь еще есть. Кто здесь от нас спрятался. Как говорится, кто не спрятался, я не виноват. Ну и мы видим уже с тобой портал. Опа, это еще кто такой? Иди-ка сюда, роднуля. Такого у меня нету, это я тебе точно говорю. С уверенностью просто заявляю. Ну-ка. Фланелевый Морти. Не имею права его отпустить. Не имею права. Так, возьмем с тобой бумагу. Морти-тест. Он 34 уровня. Как раз у нас тоже 34 уровня. Думаю, убить не убьем. Но покалечить сможем. Отлично. Вот теперь, да, делаешь. Давай-ка мы еще раз мутацию на него. Ну что ты сделал, блин? Твою налево. Ребят, переборщили. Как всегда, переборщили. И в последнее время вот этих вот переборщений у нас слишком много получается. Так, ну что, вроде бы больше здесь никого нету. Из тех, кто бы меня заинтересовал. Можно, конечно, еще побегать, посмотреть. Так. Ага. Все-таки есть. Все-таки есть. Вот он, ребята. Только не надо Все-таки он убежал наверх. Спускайся вниз сюда, придурок. Не пойдет он уже сюда вниз. Или пойдет? Подожди, может быть, пойдет все-таки? Давай спрячемся здесь. Чепушил, а? То есть, чтобы мне его поймать, мне нужно подраться здесь. Увидел, увидел, увидел. О, запаниковал. Есть контакт. Так, ну тут главное, блин, действительно не переборщить. Так, делаем замену. Блин, я даже не знаю.
Ну давай вот этого возьмем. Так, пробуем просто атаку и фрагментом. Во, то, что нужно. Давай внедрение сделаем. Тихо. Так, ну и ее ловим теперь. Я надеюсь, у нас все получится. Есть контакт. Отлично, фланелевый Морти. Да, он обычный, но он нам пригодится, ребят. Че, пошел я, наверное, тогда в портал? Или что? Подожди, а какой портал? Тут же у нас где-то... А где мы с тобой видели этот? Ага, вот он. Вот он, где родной спрятался. Так, смотрим. Блин, батарейка нужна. А мы ее сделать можем, нет? Можем. Блин, тогда тюбика не будет хватать, да? А нам тюбик нужен. Верно же? Ну да, верно. Нам нужен теперь тюбик. Робота. Вот что надо делать. Материнские платы. Ты спросишь, почему материнские платы? Нам нужно с тобой микросхемы вот эти вот тратить. Потому что мы уже их не можем собирать. У нас написали. Инвентарь забит ими. А зачем, как говорится, пропадать добру? Верно? Добро должно быть при нас. Так, ну что? Ничего здесь нет хорошего, да? Ничего тут хорошего нету. Тихо. Я драться с вами не хочу. Опа, флип. Лежал. Так, стоп, подожди, я что, куда-то забрел непонятно куда. Так, ладно, надо сюда как-то сваливать. Желательно побыстрее. Ну что, пойдем в портал? Подеремся тогда. Ну, прежде чем драться, мы с тобой немножечко залечимся. У нас есть немножко покоребанные Морти, поэтому сыворотку легкую возьмем по 20, по двадцатничку. Давай сюда сольем. Так, применить. Все равно она нам как бы здесь не нужна. 20 это вообще ни о чем, поэтому сливать ее можно не жалея. Так, и последнее, да? Как раз полностью восстановим здоровье нашему байкеру Морти. Так, ну что, экзоморти, давай, наверное, одну большую сольем. Хотя она у нас последняя, фиг с ней. Ну что, отлично. А теперь поединок. Всех Морти я практически здесь видел. Члены совета постоянно мне твердят, что я недостаточно хорош для битвы с ними. И я докажу всем Рикам, что я лучший. Ты вначале докажи это мне, парень. Мы с тобой, кстати, встречались. Это самый первый противник, которого мы увидели в этой игре. Так, ну что? Опять у нас тут хоккеист. И это плохо. У него, по-моему, несколько атак, насколько я помню, да? 34 уровня он. Так, ну что, давай попробуем, наверное, через подъем. Сразу меняет на психокинетика. А это ножницы. А мы с тобой байкера. Хоба, в противовес ему. Ну и что? Слияние разумов какое-то делает. Ну а мы с тобой резкий выпад. Он делает гипноз. Точность мне понижает. Фигня это все. Не помогло. Кто там следующий? Трехглазый Морти. Ну, сейчас он наверняка взял бумагу. Поэтому возьмем с тобой ножницы. Угу. 37 уровня, да, значит? Внедрение сразу делаем. Вот объясни мне такую вещь. С какого перепуга он делает ход первым? Я не понимаю. Твою налево. Давай делать предмет тогда. 200. Применяем сюда. Так, твоя мутация не поможет. Внедрение. Да блин, ну... Истощен, короче.
Ага, вернул. Так, я уже забыл, кто он у нас. Он его вернул. По-моему, он камень. Поэтому Морти-тест. Угу. Так, ну что у нас тут? Липкость, мутация. Давай мутацию, наверное. Фигею просто. Я просто фигею. Вырубит он, короче, мне этого Морти моего. Время для кого? Для пилигрима. Давай попробуем. Блин, у него еще там три Морти. Так, попробуем атаку через подъем. Слабо, слабо бьем. Что за надутые губы? Усиление, так. Скорость плюс сила. Надутые губы. Так, он вызвал пирата. Бейкер Морти. Вперед. Режущий взгляд применил. Так, хорошо. Резкий выпад. Отлично. Здесь мы только уровнем берем. Давай, наверное, добьем его резким выпадом. Опять хоккеиста вернет своего, да? Ну, естественно. Слушай, а что если я не буду менять? Камень на камень. Поехали, посмотрим. Резкий выпад. О, хорошо пошло, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай-ка я попробую его добить, ребят. Перекати поле. Зашибись. Как ты вовремя решил промахнуться, а? Прям вот, блин, слов у меня нету. Давай, засос свой делай. Есть. Так, и последний, кто у тебя там? Продолжить. Так, это экзотика. Давай один разочек попробуем проверить. Крепкий, крепкий малый. Но я думаю, что все равно мы его сейчас распишем. Камень. Да? Камень, значит. Камень, камень, камень. Пилигрим Морти мне здесь, интересно, поможет? Нет? По уровню, конечно, он слабее будет. Но все равно проверить можно. Подъем. Завалил. Галлюцинирующий Морти. Ну, а если мы вот так сделаем... Ножницы. Это глупо. Это было глупо, действительно. Остается у меня Морти только с тремя шнобелями. Естественно, его нужно будет сейчас захилять по полной программе. Чистая сыворотка. Применяем. Восстанавливаем все УЗ. Не хочу я просто проигрывать здесь. Давай атаку и... через засос. Все. 570 шмеклей. Так, сенсационная сыворотка. И значок получаем с тобой. 541 шмекль. Еще сверху мне дал Симикс. Я снова проиграл, это нечестно. Я лучший из риков. Не сомневайся, однажды я вас всех уделаю. Постоянно это слышу. Постоянно. И никто до сих пор меня не уделал. Хотя вру. Бывали моменты, когда меня уделывали. Но это временные. Так, ну что, с вашего позволения, пошел я залечу раны. Нам еще нужно 10 значков. 10. Исцелить. Так, ну что. Питомник Морти, есть ли смысл посещать? Мне вот кажется, что вот этот Морти, как его величать-то? Вот этот Экзо. Что-то стал хандрить. Вот этот вот. Может быть, из-за того, что он редкий, да еще ко всему у него уровень 35. Он кто у нас? Ножницы. У нас есть замена ножницам? У нас есть... А, вот, кстати, человек времени. Может быть, его взять на пробу? Есть Морти Прайдох. Давай-ка, наверное, мы так с тобой и поступим. Убираем редкого и берем вот этого. Ну да. Пройдох у нас бумага. Бумага.
Кстати, можно пройдоху взять вместо... Если, например, удалю... Где там пройдоха? Вот он. Просто он экзотический. Но опять же, я убедился, что не все экзотические Морти супер-пупер. Так, у нас, кстати, с тобой долго шел вопрос, сколько Морти в игре. Судя по вот этой штуке, ребята, их 450. В данный момент у меня всего лишь 90. Так, ну что? Нахапал я, как ты видишь, Морти. Давай посмотрим, что у нас по предметам. Чип контроля 2 штуки. В принципе, нормуль. Пошли в следующий портал. Кстати, надо посмотреть, что мы можем с тобой тут создать. Опа, чип контроля можем сделать. Ну, я не буду, я лучше потрачу это. Так, что нам нужно здесь? Тюбик. Тюбика нету. Ну, надеюсь, мы его найдем в ближайшее время. Ну что, заходим, смотрим, куда нас перенесет нечистая. Угу. Вот в такой портал мы с тобой попали. Ага, вижу, Морти бегает. Необузданный. Эх, нифига, эксклюзив. Тут редкий бегает. Блин, а как мне взять их? Как мне их взять? Эксклюзивы обязательно нужно ловить. Блин, а этот что за Морти? Дай хоть гляну, что это за Морти-то вообще? Так, Морти в майке. Он у меня есть, говорят. Ну вот сколько? Их же можно скрещивать? Если я поймаю, например, двух. Ладно, давай поймаем его. Попробуем. Так, если я сейчас буду ловить, сможем его одолеть? Поехали. Ну? Твою дивизию. Как так-то? А если еще разок? Да ловись ты уже. Есть. Так, ну что, Морти в майке. Получается, это второй у меня. Слушай, пока не поздно, надо купить. Купить еще чипов. Сколько у нас там денег? Хватает. Так, это получается 4 или 5 чипов взял. Здесь мы с тобой возьмем схему микро. И двигаемся в этом направлении. Тут у нас все тихо. Вообще ничего нету. Как-то интересно. Закуток просто. Да? Без всего. Как же мне взять того-то Морти, а? Блин, тут один только вариант, друзья. Пробиваться с боем. Ладно, пробьемся с боем. Мои Морти странно себя ведут после синтеза в питомнике Рика. Ну и ладно. Все равно они сильнее, чем раньше, и у тебя нет шансов. Doing, ну что же, Санта Морти. Как ты вовремя, как ты хорошо тут попадаешь мне, а? Прям под удар. Угу. Это, я думаю, бесполезно. Так, я-то выживу, я вытерплю все эти атаки. А вот Санта нет. Так, естественно, он сейчас будет менять. Это что такое? Кто это такой? Он взял 100% камень. Он взял камень. Давай посмотрим, что за пройдоха Морти. Редкий. Так. Пронзающий взгляд. Сила 108, неплохо. Сила соточка, нет, лучше вот это. Ох, ё. Слушай, ему не поздоровится. Даже закаливание, я думаю, ему здесь не поможет. Давай еще раз. Четенько. Опачки, это кто у нас тут? Мортизмей какой-нибудь? Он взял ножницы, 100% тебе говорю. Да, это какой-то Мортизмей. Атака. Резкий выпад буду делать.
И он действительно был резким. Таким резким, что Морти Змей даже ничего не успел сделать. И я думаю, что мы его добьем сейчас. Вот так вот. Прекрасно идем. Так, это погорелый Морти, или как его, обгоревший. Ну что-то такое, обугленный, да. Так, ну мне надо менять. А мне надо менять, и я возьму человека времени Морти. Посмотрите, по крайней мере, как он хотя бы себя тут будет вести. Ожог. Нам сделали ожог, а мы с тобой, что у него тут есть? Колики в боку. Сила 90, точность 95%. Волнение. Сила соточка, точность 95%. Начнем с волнения. Ого. Изнурение. Так, защиту мне понижает. Защита не скорость, так что влупляем. Ждем. Ага, Крампус, да? По-моему, если не ошибаюсь. А кто у него там остался? Если он возьмет камень, ну давай возьмем с тобой пройдоху Морти. Я, правда, не знаю, кто там, если честно. Упс, нет, 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 нет. Меняем. Зачем? Нам нужно тогда брать с тобой байкера. 100%. Ну, против экзотики. Хотя уровень, может быть, нас не подведет. Так, резкий выпад, естественно, ребят. Шикарно. Крампус, похититель маленьких детей. Кто-нибудь смотрел фильм? Нет? Если не смотрел, посмотри. Так, давай сделаем резкий выпад. И да, ребят, легкой кровью мы здесь обошлись. Считаем, мы никого не потеряли. Шмекли и плюс мега 7 увеличение уровня. Ничего себе, сразу выпало. 248 шмеклей мне дал Мизикс. Ладно, покрась меня в оранжевый. Такого поворота я не ожидал. Так, Хабатун, я тебя просто уничтожу. Потому что ты у меня есть, но мне нужны шмекли. Да и мало ли, что ты мне еще там подкинешь вкусненького. Ну и, соответственно, мы еще получаем опыт, как-никак. Это немаловажно для моих, тем более, Морти. Так, он делает хамство. А мы с тобой начнем, пожалуй-ка, с пронзающего взгляда. Вот да, Хабатун, ребята, может травить. Есть такое дело, я еще буду пронзающим бомбить. Не добил, чуть-чуть не добил. Так, ну что? Добьешь его, роднуля? Добьешь. Отлично. Так, и что мы получаем? Так, опыта неплохо и... Слушай, ну совсем другое дело. Шмекли просто, ребята, рекой к нам текут. Так, плюс батарейку мы нашли. Опачки. Хитрите, ребята. Блин. Ведь я же не смогу, да, по-моему, здесь пройти. Он все равно увидит меня. Увидит и потянется за мной. Здесь, если я вот так вот... Получилось. Тихо, тихо. А, здесь все нормально. Все нормально. Вот он. Ты кто такой? Слушай, это же, по-моему, сонный Морти. Он у меня есть. А нет, это бармен Морти. Так, друзья мои. Естественно, бармена Морти у меня нету, поэтому я буду его захватывать. Так, делаем, наверное, вот таким вот образом. 33 уровень. Так, что он там сделал? Защиту, да, себе? Сразу же, короче, подготовился к моей атаке. Еще и скорость себе повысил. Ух. Айси лассо. Так, лассо его берет намного круче. Так, подъемчик теперь. По-моему, пора хватать его за жабры. Отлично. Ну что же, еще один экзотик, ребята, у нас в копилочке. И это классно. Плюс тут еще и флипчик валяется. Ну что, мне нравится, скоро будет у нас соточка. 100 Морти в нашей коллекции. Я-то думал, что это вода. Ну, я могу от него убежать, как вы мне подсказали. И это, кстати, хорошая подсказка, что ты можешь резь бежать, если не хочешь драться. И я, естественно, не хочу драться. Почему? Потому что здесь вода. Не знаю, что это меня приглючило.
А смысл туда идти? Там ничего нету. Хм? Окей, так давай-ка тут аккуратненько. А, тут подбитый уже. Так, надо посмотреть, где я был, где я не был. Кого поймал, кого не поймал. Кого нужно еще поймать. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же так-то? Ой, Рик, привет. Не ожидал, что придется биться с родственниками. Ну, раз уж мы оба здесь, давай повеселимся. Ну давай повеселимся, фиг с тобой. Так, у него ножницы, я возьму, пожалуй, тогда камень. Ну, камень, да, это у нас получается редкий. Против экзотики. Только лишь уровень нам тут поможет. Так, давай-ка резкий выпад, который, кстати, скоро закончится у нас. Гляделки делает. Точность мне перебил. Еще резкий выпад. Ну как тебе веселье, неплохое, да? Это что за тугодум такой вышел? Так, камень, бумагу, значит, он берет. Я возьму тогда ножницы. Упс. Почему-то я... Что-то я не то, ребята, я просчитался. Твою налево. В спешке, видимо. Давка. Давка твоя не прокатила здесь. Давай, подъемчик. Все-таки лассо, ребята, наверное, бьет мощнее, мне кажется. Ну-ка, проверим. Лассо вообще в разы мощнее. Хотя, вот не понимаю, почему, ребят, так происходит. Если смотреть по атакам, видишь, сила 90, точность 95. Тут сила 100 и точность 95. Но у лассо, видишь, еще вот что вот означает эта бумага. Может быть, какая-то усиленная атака. Что-то типа того. Может быть, за счет этого мы с тобой как бы, ну, хорошо тут разруливаем. Это что, доктор Морти какой-то? Замена. Так, если мы играли с тобой сейчас бумагой, он берет ножницы, значит мы берем с тобой камень. Да куда ты? Ай, господи, замена. Я же говорю уже, байкер, камень, блин. 36 уровень. Зонт. У нас выпад последний остался. У нас остался последний выпад. Что будем делать? Перекати поле. Вау, вынесли его сразу же. Но он тоже хорошо бомбанул, посмотри. Так. Блин, я вот не помню, кто ты. Ну, сделаем замену. Он, наверное, бумага. Он, наверное, бумага, мне кажется. Блин, он ножницы. Хорошо. Давай посмотрим. Колики в боку. Что он там сделал? Защиту понизил. Хорошо, сделаем опять колики в боку, я говорю. Угу. Скорость мне теперь понизил. Еще колики в боку. Ты чтоб тебя. Ты отдуплишься сегодня или нет? Готов. Так. Песик. Давай посмотрим, кто у тебя там. Он редкий. 38 уровень. Колики в боку. Хорошо так. Попал по нему. Еще раз. Блин, моя атака проходит мимо. А если еще? А еще не получится, потому что нас завалили. Ну что, байкер, давай. Выходи. Так, раздача. Ну, в принципе, неплохо. По предметам у нас что есть? Сенсационная сыворотка. Давай, применяем. Опа. Безнадежно, верно. Так, перекати поле. Да в плане ты промахнулся, ёпрсоты. Да что за издевательство, я не понял. Трындец, блин. Три раза промахнуться. Шмекли, средство от яда. 514 шмеклей, нормуль. Нет, Морти, Морти! Рик, ты слишком серьезно отнесся к этому бою. Я отнесся, как отнесся.
Сам виноват. Для чего я вообще это делал? Объясни мне. Что я хотел тут? Опа, опа, опа. Иди сюда. Так, я тебе сказал, поймаю тебя, гаденыши такие. Фух. Монстр Морти. Экзотика, ребята. Обязательно нужно ловить. Обязательно, лишь бы не переборщить. Лишь бы не переборщить именно с тем, чтобы не завалить его нечаянно. Так, возьму я, наверное, Байкера Морти. Так, а у меня, кстати, я не посмотрел, по предметам-то у меня есть? Есть, все отлично. Атака. Перекати поле. Так себе. Блин, уничтожить сейчас, гаденыш. Замена. Блин, ну не брать же этого шнобеля. Он ушатает его, это точно тебе говорю. Давай пройдоху тогда возьмем, что ли. Не знаю. Нистовые клыки. Так, атака. Пронзающий взгляд. Так, ну, я думаю, что желтого хватит для того, чтобы его поймать. Так, давай ловить. Ловим. Yeah. 34 уровня. Неплохо, я тебе скажу. Здесь-то мне как? Мне не пройти или мне тут... Хотя, погоди, почему не пройти-то? Здесь с бачку. Погоди, а ведь я же за кем-то охотился, по-моему, да? Какой-то мне нужен был Морти. Так, а ты кто такой? Ты что за Морти вообще? Морти в майке. Показано, что он у нас есть. Ладно, захватим. Лишним не будет. Кстати, друзья мои, напишите мне в комментариях, с лишними Морти что-то можно сделать, как-то их распылить или просто выгонять их надо. Выгонять-то я знаю, что их можно. А вот хотелось бы какой-то от них, какую-то пользу от них получить. Так, ну что, поймали мы этого редкого Морти. Флип, ой, это бактерия. Так, ну что, такое ощущение, что здесь мы со всеми справились, с кем могли. Можно спокойно отправляться в куда, в портал? Да, можно отправляться в портал. Так, создать можно что-нибудь прямо здесь? Кустарным способом, ну кроме чип, конечно. Клетка закрем... Давай вот это... Подожди. Секунду. Если я потрачу вот на нее... Не надо. Не горит. Особо сильно. Так, хоботун, да? Уничтожим хоботуна. Просто уничтожим ради прикола. Делаем замену. Так, а он кто там, я уже забыл. Блин, я уже забыл, кто он. Камень, а фиг с ним, давай валить его. Мерзкая рвота. Блин, отравил все-таки, а. Еще разок. Есть. Так, ну почти 500 шмеклей плюс консервная банка. Отлично. Отлично. Стоп. Так. Блин, чтобы эту штуку взять, мне нужно, блин, с этим драться, да, получается. А другого варианта нету. А где портал-то вообще? Вот чего-чего, я не понял, где портал? У меня есть этот... Флип или как его взять-то? Который меня может отправить отсюда. Но я могу купить и отсюда улететь.
Спрочь, зачем тебе отсюда лететь? А ты видел, что у меня с Морти творится? С моими. Посмотри. И делай выводы. Зачем я хочу отсюда улететь? Тут выбор. Либо ловить Морти, либо идти сразу в портал за значком. Я выбрал поймать Морти. Поэтому покупаю в магазине Рика тот самый предметик за 1000. Курьер Флап. И спокойненько перелетаю к себе. А там залечиваюсь и идем в очередной портал. Поехали. Да, я возвращаюсь в цитадель. Заодно, кстати, зайдем в магазин. Ну, так как не было никакого сообщения, что у меня есть одинаковый Морти. Морти в майке — это полное фуфло. Морти в майке — это полное фуфло, и я ничего не смогу сделать. То есть скрестить их не получится, да? Что я сделал-то? Зачем? Зачем я сюда зашел? Мне нужно было на синтез нажимать. Нету, 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 ребята. Так бы было бы там циферка стояла. Вот, Морти в майке, они не скрещиваются. Их аж 3 штуки у меня. Господи, хоть блокнотик заводи. Где будет помечено, что в майке не ловить. А ведь каждый Морти требует, извини меня, чип. То есть я 3 чипа, грубо говоря, в холостую выкинул. Ну что, пошли с тобой в следующий портал. Погоди-ка, а мы же... Секундочку. А сколько у нас с тобой билетов? Выиграть Морти сможем или нет? А ну-ка покажи. 16 купонов. Ну что, давай попробуем с тобой выловить. Гарантируется эпический один. Потому что, ну, экзотику, ребят, 40 купонов я фиг накоплю когда. Поехали. Так, Хелзингер. Еще один. Мега 7 скорости. Мега 7 атаки. Коп, новичок Морти. Новобранец Морти. Одноглазый Морти. Так, это кто там у нас, блин, фиг знает. Обугленный Морти, байкер Морти и Морти-носитель. Паразита. Нифига себе. Такого у меня не было. Слушай, шикарно. Шикарно. Так, теперь надо посмотреть, зайти в питомник и глянуть, что там у нас по уровням. Если эти Морти крутые, которые мы с тобой получили, то, естественно, надо будет их брать с собой. Хотя бы парочку. Так, давай, давай, давай. Питомник, открывайся. Смотрим. Хранение. Изменить. Сразу по уровням пробежимся. Так, новобранец Морти, это обычный. Так, Морти в маскировке Глорза. Редкий, 36 уровня. Морти-носитель паразита, нифига себе, ублюдок такой. Ножницы, 35 уровень. Вот, 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 вот. Удалить и взять, наверное. Где он? Вот. Добавить. Слушай, подожди-ка, а этот у нас Морти бумага. 34 уровень. Оу. Yes, today. Давай. Иди к нам в компанию. Так, что и дальше у нас? Обугленный Морти — это редкий. Байкер Морти тоже редкий. 36-й. Новобранец обычный. Так, опасный Морти. Камень. В принципе, пока вот такая команда меня вполне устроит. Наверное, я не знаю, правда, что у нас за Морти-носитель паразита, что он делает. И монстр Морти. Но для этого мы и берем, и тестим с тобой. Так что проверим. Обязательно проверим на нынешнем портале, который нам с тобой дадут. Надеюсь, еще захватим парочку свежих Морти. Офигеть, ты посмотри, как это выглядит. Морти и просто его как эта фигня тут поедает, управляет им. А Морти уже просто сгнил. О, мерзко, как это смотрится. Скачал я все сезоны, ребята, Морти. Буду смотреть в ближайшее время. И сразу мне тут, оп, очки кто выпадает. Кто ты? Девочка Морти, ты посмотри-ка. Девочка Морти хочет к папочке
копилочку. Бам, сразу с резкого начала, да? Я то же самое. На тебе. Не успокоится, ладно. Резкий выпад. Серьезно? Резкий выпад, говорю. Хватаем. Пока не поздно. Надеюсь, она наша. Так, ну что, девочка Морти поймана. Блин, надо мне как-то захиляться теперь. Блин, а чем захиляться-то? У меня ничего и нету. Магазин Рика нам в помощь. Так, во-первых, два чипа куплю. И... ну, 1200 придется брать, чтобы восстановить здоровье нашему байкеру, который очень даже... да ё-моё, не то делаю. Который очень даже неплохо дрался. Да? Да. Применить. Байкер, ты заслужил. Так, продолжаем наше путешествие и ищем новеньких Морти. Так, кабель валяется без присмотра. Так, подожди-ка, я же могу здесь что-то создать. Сейчас, секунду, глянем. Чип контроля можно сделать. Можно сделать 3 сыворотки по 20. Курьер флап. Тюбик. Тюбик нам не выпадает, турбулентный. Опа, это байкер. Ребят, я его просто уничтожу сейчас. Ради денег. Просто ради денежек, ради награды. Так, он кто? Блин, он ножницы или кто? Он камень. А он камень, значит, мы с тобой возьмем пройдоху. Такая, знаешь, драка пройдоха против байкера. Пронзающий взгляд. Ух, ёк, макарёк. Ну, байкер, да, дает себе знать. Но мы дальше пронзающим взглядом убиваем байкера Кидри и Нефени. И получаем награду. Слушай, дают шмикли уже почти пятихаточку. Блин, хотелось бы, конечно, отсюда пробиться, но давай просто побегаем вначале, посмотрим, что еще тут есть. Если все пути у нас вот так вот перекрыты, то... оу! Сегодня наш день. Байкеры что-то тут разгулялись нынче, как грибы. Бумага, давай проверим теперь вот этого вот монстра Морти. Нам даже сразу дали раздачу. Ну-ка. Сонливость. Нистовые клыки, поехали с них. В плане, блин, бой-бой, блин, давай бей, блин. Нам еще и скорость понизили, как всегда. Сейчас он будет первым бить. Ты, блин, серьезно? Замена, конечно, замена. Что делать-то? Вон, Морти на... нет. Пройдоху. Пройдоху возьмем. Ё-моё, вот тебе резкий выпад. Пронзающий взгляд. Вот я тебе говорю, вот хочешь драться с Морти... дерись. Но тогда ты будешь очень сильно тратиться. Ну, будешь зато зарабатывать шмекли и остальное все. Блин, какой-то горелый. Так и есть. Получается, что все проходы, ну да, закрыты. Абсолютно все. Я, наверное, пойду туда поверху. Вот здесь вот будем драться. Я не смогу пройти? Нет, конечно. Ну давай, давай. Блу сильный, Блу умный. Блу победит. Ну что ж, давай посмотрим. Сапун Морти, ё-моё. Сапун Морти. Блин, все бумаги у меня подкошенные. Давай байкера возьмем. Начинается, да? Резкий выпад. Офигеть, редкий бомбит экзотику. А, ну тут уровень. Конечно же, тут из-за уровня. У нас 44-й, у них 32-й. Затащили. Это еще что за... что это?
Так, он берет бумагу, и я беру носитель паразита. Фига тут ублюдок. Так, атака. Неистовый разум. Перепалка. Защиту понизил. А что такое кровосос? Попытка высосать немного энергии у противника. Есть риск заражения крови. Ему или мне? Не пойму. Когда сделаем так. Аэрокинез какой-то сделал. Давай попробуем теперь кровососика врубить. 13 УЗ. Ого. Трындец. Нас парализовали. Но тем не менее успели мы шваркнуть. Фрупимуп. Так, ну здесь замена, естественно. Здесь будем делать замену на ножницы. 100% он взял камень. Берем бумагу. Ну, пройдоха Морти, что сделаешь, ребят. По предметам у нас что там есть? Нифига нету. Тогда просто попробуем навскидочку. Пронзающий взгляд. Ну, естественно, добивает тут. Ничего с этим не сделаешь. Давай вызываем байкера. Атака. Резкий выпад. Есть контакт. Это еще кто такой? Великий провидец Морти. Серьезно, что ли? Великий провидец, ну-ка. Ну, этому провидцу, ребят, не сдобровать. Отравление. Это плохо. В минус. Это у нас Морти-молоток, что ли? Молотоголовый Морти. Камень. 36 уровень, экзотика. Раздачу. Угу. В оборону встает. Естественно, за защиту у него повышается. Блин, мы с тобой потихоньку-потихоньку тратим здоровье. Так, его атака прошла мимо. Ну, блин, нас травят потихоньку. Видишь, в чем дело? Сейчас отравление убьет. Блин. Беда. Беда прям какая-то. Давай, Морти, с тремя шнобелями. Да, я не спорю, ножницы против камня не очень хорошо, но другого варианта нету. Все. Выиграли. Победили. Так, шмекли, сыворотку. И сейчас еще здесь с тобой заберем 388 шмеклей. Ну, 400. Блу не нравится, как Блу сегодня сражался. Блу не хочет больше видеть Рика. А вы так все говорите. Вначале давай подеремся, типа, я сильнее. Потом как получил люлей, сразу хвост поджали и сматываются. Так, я, кстати, нашел турбулентный тюбик. А это говорит о том, что я смогу сейчас создать то, что хотел. А хотелось сделать шлем, да? Шлем, потом еще два шлема этих соединить. Так, где он? Вот он. Окей. И вот теперь гарнитура виртуальной реальности Роя. Кому-то она понадобится. Так, что у нас еще есть? Давай, наверное, сделаем с тобой пару материнских плат. Потому что микрочипы тут и платы везде валяются. Кстати, Хелзингер, давай-ка мы сделаем с тобой. Так, секундочку, можем сделать курьера Флапа. Ну, а почему бы и нет? Сделаем. Мало ли нам придется назад лететь с тобой. Так, батарейку сделаем. А лучше даже две. Ну и что еще нам остается? Давай шар темной энергии. Заклепаем. Блин, у нас двое подбитых. Давай посмотрим, что у нас вообще по Морти творится здесь. Нам, наверное, придется все-таки лететь отсюда. Нам придется лететь. Вот она, ребята, реальность поимки Морти. То есть, к
как я уже говорил, если ты хочешь ловить Морти, то готовься к тому, что у тебя не будет хватать здоровья для портала или еще для чего-нибудь. Если ты чисто летишь за значками, именно значок портала, тогда тебе просто приходится всех игнорировать и идти драться именно с главным своим противником, да? Охранником портала. Ну, такой соблазн, когда ты видишь вот новых Морти, которые бегают. Ну, вот как вот, ребята, можно пробежать мимо и не поймать его? Ну, согласись. Вот смотри, видишь, там кто-то? Я вижу, уже эпический какой-то здесь находится. Также я вижу, что здесь консервная банка лежит. Так, хорошо, начало неплохое. Эпик тут бегает. И еще, это сонливый Морти, скорее всего, и поэтому... Взрослый Морти. Блин, опять же, у меня такого нету Морти, ребят. Ну нет у меня. Мне нужен этот взрослый, блин, Морти. Тем более эпический. Да, они все нужны. Хоть даже обычный был бы, все равно он мне нужен был бы. Так, ну что, делаем пронзающий взгляд, наверное. Так. Да, влупляют нам не кисло. Ну и мы тоже даем сдачи. Так, сколько у нас с тобой еще? 3 чипа. Поймаем. И взрослый Морти падает к нам в копилочку. А это кто? Еще один взрослый Морти. Ну его можно уже шваркнуть просто. Уничтожить. Если мы до него дойдем как-то. Доберемся. Мы до него доберемся. Мы уже добрались до него. Все. Этого я спокойненько буду просто убивать. Так, 46 уровень. Ладно, сделаем с тобой атаку. Через засос, ё-моё. Не буду менять, потому что, ну, нет смысла. Я только лишь на уровень здесь полагаюсь. Так что, ребят. Да подожди ты, Морти, не ори. Вот и все. Шмекли и тюбик турбулентного сока. Плюс еще один тюбик. Oh yeah, baby. Так, и что-то мы с тобой можем сделать. Хелзингер я, наверное, не буду пока делать. Супермощную батарейку можно, наверное, создать. Пускай будет. Так, очищенный флип. Тоже лишними будет. И, наверное, вот эту вот клетку. Микровселенная батарея. И кристалл времени. Куда-нибудь да пригодится, согласись. Даже вон тут уже есть ошейник стабилизатора времени. А почему не взять и не сделать его? Так, а мы с тобой двигаемся дальше. Здесь будет битва, если я сюда сунусь. Тю-тю-тю-тю-тю. Да фиг с ним, давай подеремся. Давай подеремся. И я слежу за тобой, Рик, давай без обмана. Сыграем по правилам. Сейчас сыграем по правилам, в конце он запоет. Ты опять махлевал. Так, оперативник Морти. Менять даже не буду. Знаешь, что ушатаю этого оперативника. Так, он мне скорость понизил, гаденыш. Так, пробиваем. Все, оперативник готов. О, щит. Ты кто такой? Так, ты, наверное, взял камень. Давай-ка мы возьмем монстра Морти. Так, он эпический, мы экзотический. Уровень у нас повыше. Нистовые клыки. Отлично, почти половиночку здоровья отняли. Еще клыки. Травит. А он тоже отравлялся. Ха-ха-ха. Все. Замечательно, что я тебе могу сказать. Но старый Морти прибежал. Явился, не запылился. Что он возьмет? Ножницы? Бумагу взял? Так, секунду. Почему он взял бумагу? Он должен был взять ножницы.
хрен с ним, давай попробуем так сделать. Ветхий Морти. Ветхий Морти. Так, повышает сразу атаку, да? А мы неистовый разум. Опа. Его атака прошла мимо. Ну тогда прощай, дедуля. Кто там следующий? Так, это у нас фанат, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Так, камень, значит, нам возьмем бумагу. Бумагу. Так, атака. Пронзающий взгляд. Вот это мы пронзающим. Одной плюшки достаточно было, чтобы его снести. Молодец, молодец, красавчик. 34 уровень получает мой пройдоха Морти. Так, это раненый джигит какой-то тут. Кто ты? Кто ты такой? Давай продолжим. Хорошо, что не стали менять. И это у нас контуженный Морти. Я думаю, что пронзающий взгляд также, наверное, будет в тему. Ну вот, как с куста, ребят. Замечательно. Вообще великолепно, мне понравилось. 756 шмеклей дал мне Митикс. Ай, мои Морти никуда не годятся. Наверное, отпущу их и найду новых. Надо же, я думал, ты что-то другое запоешь. Так, мы куда с тобой сюда ходили? Подожди, нет. А зачем я вообще с ним дрался, если я мог вот здесь пройти спокойно, без атак, без всего. Блин, вот Рычик, ну ты даешь, сглупил, да? Ну, бывает, бывает. Так, подожди, а где же тогда... А где портал? Здесь, что ли, где-то? О! Давай-ка я тебя просто бомбану, взрослый Морти. Просто тебя уничтожу. Так, замена. Бумагу? Пройдоха? Интересно, справимся, нет? По идее, должны. Хотя уровень одинаковый. Он мне сразу скорость. Он сразу начинает с понижения скорости, ребят. Сразу же. Мы пронзающий взгляд. Отлично. Половину здоровья отняли. Так, сопротивляется парнишка, брейкается. Ай-яй-яй. Ну и все равно ему крышка. Все равно ему крышка. Нормуль. Выбили его из колеи. Замечательная награда. Шмекли, фигекли. Ой! Зачем, зачем, зачем? Нет, ребят, я здесь пас. Я хотел проверить, просто пробежать. Ух ты, Сёгун Морти. Не поймал я тогда Сёгуна, ребят, когда я играл за кадром. Ой, какая замена, надо бежать отсюда, не замена. Бегство, конечно. Просто убегаем. Все. О, флип лежит. Без присмотра. Так, здесь пройти невозможно. Блин, что, неужели придется драться? Погоди. Ну да. Трындец. Да ёп. Парсете. Ладно, давай драться. Фиг с ним. Поехали. Засос. Так что он там? Атаку себе, да? Повышает. Давай еще разок. Но мы его уничтожим все равно. Мы быстрее пробьем. Блин, поглощение придется делать. Так, ну что? Сёгун готов. Молотоголовый. Не помню, кто он. По-моему, бумага. Нет, он, по-моему, камень. Ладно, если он берет камень, мы берем с тобой бумагу. Вот монстр Морти у нас есть. Тоже экзотический. Да, он камень. Так что делаем атаку. Неистовые клыки. Блин, фигово как-то неистовые клыки. Усиление. Морти повышает свою атаку и уклонение. Морти обеспечивает безопасность окружения. Повышает свою защиту и точность. Давай так сделаем, наверное. Так, защита и точность. А его, кстати, атака прошла мимо. Теперь клыки. Блин, ну что ж такое-то? Вот, ну это крит удар был. Че, попробуем еще разок. Смотри, что творит, а. 50 уже ОЗ-шек он себе вколол.
Поехали. Так, он доиграется, походу, да? Ну? Блин, доигрался я. Доигрался я. Ладно, пройдоха. Неужели тебя завалит, а? Нет. Тут мы опередили его. Опа. Уровень 35. Шикарно. Шикарненько. Ё-моё, это что за... Что это за орда мутированных Морти? Он берет, наверное, ножницы, скорее всего. А мы возьмем камень. Отлично, это мульти-Морти. Ну что, байкер, несмотря на то, что... А, у нас уровень-то офигенный, выпад делаем. Скорость понижаешь. Окей, гаденыш. Е-е-е, вырубили мы его. Так быстро, с двух атак всего лишь. О, продолжить. Давай проверим. Ай-яй-яй. Оу. Трындец, я не знал, что у него по три атаки. Естественно, я бы взял бы ножницы. Давай, Морти-носитель паразита. Эпический против редкого. Нистовый разум. Начинается вот это вот бесит меня. Ух, еще раз неистовый разум. Так, и, надеюсь, добьем. Фига ты. Есть. Эльф Морти готов. Кто это еще? Продолжить. Энфлюенсер Морти. Вон бумажка, 38 уровень. Ну что, давай попробуем, не будем менять пока. Неистовый разум сразу применим. На соплях живем с тобой, конечно. Так, я замену сделаю. Я сделаю замену. Интересно, у нас есть с тобой хилка? Хорошая хилка. Да хорош ты, блин. Предмет. Есть у нас с тобой хилка. Применяем. Он сейчас со своими тремя атаками достанет меня. Уху-ху-ху-ху-ху. Поглощение только. Подожди, нам нужно хилеться. А чем? Может, коробочку применить? Не, не надо. Не надо, я думаю, что с этим мы справимся так. Хелзингер я, наверное, применю. И это будет у нас, наверное, Бейкер Морти. Пускай он ресается. Нас ушатают. Так, ну что, берем. Применяем предмет. Вот этот вот. На нашего. Вот так вот. Сейчас тройная атака, наверное, да? Одной хватило, чтобы вырубить нас просто в ядрене фени. Вот такие вот ребята попадаются нам команды, блин, с которыми, ну, просто ничего не сделать. Ну, смотри, видишь, что вытворяет. Еще утворяет. Чепушила несчастный. Давай, пробьем, если хорошо. А, мы пробить не смогли. И вот начинаются тройные, четверные атаки. Еще раз пробуем. Вырубили. Счастье-то какое. Несусветные. Ох ты, 1124 шмекля мне подогнали. Вот это я понимаю. Фух, люди, пип, гурик. Теперь вопрос. Зачем я сюда шел? Зачем? Здесь ничего нету. Я не могу понять, а где портал-то? Друзья мои, где портал?
А портал, наверное, находится вот здесь, да? Нет. А где же он тогда? Я вот что-то его и не вижу здесь. Блин, он говорил, что фигово, что нет карты. Непонятно, куда идти. В каком направлении двигаться? Черт его знает. Очень интересно. Так, я смогу взять этот кабель? По идее, это смогу же. Так, Рик там что-то опять запел довольный. Так, у нас с тобой Хелзингер-то вообще есть? По идее, по-моему, есть. Три штуки. То есть я могу... Одна, которая восполняет 100%. Ну, тратить их. Ладно, фиг с ним, давай. Восстановим с тобой вот этого Морти Байкера. Так. Дальше восстановим нашего монстра Морти. Этот почти целенький. Так, сыворотку. Три сыворотки у нас с тобой есть. Я думаю, что можно потратить на пройдоху Морти. Ничего страшного не будет. Так, и последняя сыворотка. От 20-ок вообще толку никакого нету. Вот на нашем уровне, ребята, от них толку нету. Так, а этот еще жив, оказывается, да? То есть, ладно, пускай там его добьют, если что. Мы уже сможем его рисануть, если как такая будет надобность, конечно же. Не понял, ты что здесь делаешь, шмакодевка? Такой у нас-то... О, это Морти Экзо Премиум. Такого нету, ребята. Опачки. Слушай, а у меня есть камень-то? Так, он там, кто там, ножницы, да? Такого надо обязательно ловить. Хотя, подожди. Стоп, он у меня есть. Тогда просто убиваем. Тогда просто его убиваем, ребят. Видишь, написано, что есть Экзо Премиум. Фиг с ним. Опа. Сколько нам всяких плюшек дают вкусных. Так, еще один Экзо Премиум. Откуда они взялись? Они что, плодятся, что ли, прям по месту? Ведь не было же их. Ладно, давай попробуем. Не будем менять. Ага, через поглощение только если. Ху-ху-ху-ху. Фига себе. Это мы, да, бомбанули ему. Так, давай еще раз. Добьем, наверное. Да. Отлично. Наконец-то у нас пошла прибавка по шмеклям. А вот места у нас уже нет с тобой. Значит, скорее всего, вот здесь надо проходить. И портал будет внизу. Как думаешь, справимся мы вот с этими хламонами? Или же все-таки нам в магазин зайти и прикупиться? Причем прикупиться очень хорошо. И мы можем вообще отсюда улететь, если честно. Взять вон этот курьера Флапа и тьфу, упорхать отсюда. Или же можем взять с тобой вот сенсационных сывороток. Вот столечко. Надо не забыть про чипы контроля. Повкалывать всем и пойти на драку. Отдубасить их, чтобы они знали свое место. И через портал, так сказать, улететь отсюда. Я выбираю, ребята, через портал улететь. Надоело бегать от них. Пора принять бой. Пора принять бой. Погнали. Ну, что ты там? Вузвазл вана, вана вовувик. Вана вазову. Ну, давай. Занабокс бросает вызов. Ну, все, вон Морти. Как раз под моего шнобеля. Блин. Шнобель шнобелем, ребята. Бомбить-то нам нечем. Секеш? Нам придется с тобой использовать... Вот такой вот камень. Именно на нашего Морти с тремя шнобелями. Чтобы все у нас... Ух ты! А ну-ка.
Так, ну добить-то мы его добьем же, ведь так? Добили. Что там у нас дальше? 212 опыта. Так, это кто у нас? Морти новогодний шар. Я очень рад. Что он возьмет? Камень? По идее, должен взять камень. Нет, он взял почему-то ножницы. Тогда берем камень мы. Стоп, блин. Я сказал, берем, блин. Что он там себе атаку повышает? Защиту? Скорость? Фига себе шарик. Так, ладно. Раздачу, может быть, дать ему? Окей. Еще раздачу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Попал под крит атаку. Допрыгался. Так, а это что у нас такое? Это уже что-то новенькое. Так, ликвидатор Морти. Бумажка. Бумажка, да? Ну что, носитель паразита, справишься с редким? По идее, должен. Это скрита, да? Значит, он так шлепнуло мне. Неистовый разум. Потрясающе. Воу-воу-воу-воу, началось. Вот, вот любители брать вот этих вот, блин, своих Морти дебильных, которые по 5-6 так носят. Зашибись. Есть, вырубил. Молодец, красавчик. Ну, здоровица-то у нас, конечно, тут не блещет. Что это еще? За художник Морти, блин. Так, ножницы. Против ножниц он поставит камень. Пройдоха Морти, наверное. Прав я или не прав? Так, хорошо, у него обычный, да? Страждущий художник Морти. Взгляд. А, у меня нету. Пум-пум, прилив тогда. Угу. Его так и прошло мимо, так ему и надо. Прилив, говорю. Его так и прошло мимо. Отлично просто. Мажет, а мы его ушатали. Это у нас... Как его там звать-то? Жаркий Морти, огненный Морти. Он что возьмет? Ножницы? Или что? Блин, почему бумага-то? Ладно, бумага так бумага, блин. Гатэ такий. У меня есть чем захиляться? Есть. Тогда, в принципе, ребята, я думаю, ему кранты. Наверное. Сейчас посмотрим. Так, засос. Ну, почти половину здоровья отняли. Так, это последний, может, последний. И давай-ка последнюю атаку ему пропишем. Готов, паразит. Так, шмекли, сыворотка и еще шмекли. 403 шмекли выдал нам. Вузову, вух, поп. Все, добубнился. А вот я тебе говорил, вот портал, а вот хмырь бегает, которого я сейчас бомбану. Так, подожди, взрослый Морти. А, он у нас есть. Взрослый Морти у нас есть, поэтому я спокойненько его буду пинать. Пройдоха Морти. Давай, родной, не подведи. Через пронзающий взгляд. Блин, нет у нас его. Ну. Что ж ты так кисленько-то? Блин, у нас полтонического камня этого дофигища надо потратить. Применить. Упс, а вот это вот не надо делать. Так, пройдоха Морти. Залечи раны. Да-да-да, что ты делаешь, гаденыш? Так, почему он опять ходит первым?
Ну что же, взрослый Морти отдупляется. Шмекли кабель. Плюс батарейка. С этим, я думаю, что нет смысла драться или есть. Так фиг его знает. Давай сюда пойдем посмотрим. А, вот у нас и портал-то, кстати. Так, друзья мои, я, наверное, все-таки пойду в портал. Почему в портал? Потому что нам нужно с тобой получить значок. А как же я здесь был? Почему? Чё это я вниз не сходил? Блин, может быть, и такой круг сделал. Офигеть. Так, ну прежде чем сюда идти, зайдем опять же в магазин Рика. Опять же придется покупать предметы. Ну как ты видишь... Блин, вроде шмекли зарабатываем. Целую кучу. И в тот же момент все с тобой тратим. Все очень дорого, конечно, стоит. Так, кого мы с тобой подкрепим? Ну, наверное, носителя. Заслужил. Плюс байкера, скорее всего, нам надо будет с тобой тоже его немножечко, да, приободрить. Боец неплохой, несмотря на то, что он редкий. Ну и Морти с тремя шнобелями, естественно, будет вот двадцаточку всего лишь получать. Все, друзья мои, я готов. Надеюсь, мы справимся с этим порталом. Поехали. Ты когда-нибудь любовался закатом, Рик? Может, сегодня у тебя возможность, когда будешь залезывать раны? Возможно, а возможно и нет. Так, меняем на кого? На бумагу, да? И, в принципе, Морти монстр должен... Ну, экзотика против редкого все-таки. Скуку применил и сразу, блин, половину здоровья отнял. Зашибись. Ну-ка. Обалденно, даже ничего не успел сделать. Вот как хочешь, так и понимаю. Почему так происходит, не пойму. Экзотика вроде против редкого должна офигенно как заходить. Но она не заходит. Вот здесь вообще замечательно зашла. Окуривание какое-то сделал, гаденыш. Я тебя добью. Ну что же, истощили мы этого Морти. Слушай, подожди, ты кто? Ну, если мы даже играли с тобой бумагой, да, он 100% взял ножницы. Поэтому байкер Морти, сейчас я должен проявить здесь. Так, ножницы. Че, поехали? Редкий против редкого, уровень наш круче. Соответственно, и атака у нас будет круче. Еще разок. Готов. Даже пикнуть не успел. Так, продолжить. Даже менять не буду. Резкий выпад. Ну? Вот, видишь как? Заходит. Добьем? Добьем. Так. Продолжаем. Резкий выпад у нас закончился. Давай раздачу сделаем. Блин, отравил, а? Отравил все-таки. Не, мы можем, конечно, с тобой вылечиться от отравления, но это целый ход надо тратить. Ух! Вот это я шикарно ему сейчас бомбанул. Ну и что ты, початок? Ножницы к тому же. Ух! Я думаю, пора тебе со мной познакомиться поближе. Давай. С одной плюхи, ё-моё, почти ушатал. Давай тогда еще одно, перекати поле. Как раз, опс. Вот это я досмеялся. Вот это я дорадовался. Не думал, конечно, не думал. А, нету, нету, блин. Кровосос давай тогда. Но там 8, блин, 8Z, это понятно все. Так. А сколько он делает атак? Я не понял. Две, что ли? Все. Шлепали мы. Как-то так. Лузер, точно. Лузер полный он. 226 шмеклей. Наверное, я перегрелся на солнце. Мне нужно прилечь.
Отлично. Вот мы еще один значок с тобой получили. Блин, ну классно. И морти новых заработали. Все вообще великолепно. Серия имба. Пойду теперь посмотрю, каких мы с тобой морти получили. Там, по-моему, пару экзотических есть. И довольно неплохой уровень. Так, все, вылечились. Где у нас там питомник? Смотрим. Так, замена. Да? Да, хранение. Давай-ка глянем, что у нас тут есть новенькое. Так, морти в маскировке Глорза. Это фигня. Так, стоп, стоп. Девочка Морти, 33 уровень. Блин, оказывается, уровень-то маленький, да? Зато уже 103 морти из 450. Нам еще ловить и ловить. Ну что, друзья мои, я, наверное, пока оставлю вот такую команду. В принципе, неплоха. Единственное, что потенциал пока еще не раскрыл полностью монстра Морти и носитель вот этого. Пройдоха мне зашел, в принципе, неплох. Байкер вообще имба, практически не отличается от Морти с тремя шнобелями. Несмотря на то, что он редкий, а тут эпик все-таки. Ну, пройдоха Морти экзотический, сам себя оправдывает, в принципе, по полной программе. Так что в следующей серии, опять же, пойдем с тобой искать новых Морти и зарабатывать еще значки. А на этом, друзья, буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.